Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам предложу квартиру очень хорошую, очень уютную, с двумя спальнями, с бассейном, второй дом от моря в районе Мерсина Тамюк. Хорошее, обжитое, зеленое сити, люди здесь проживают постоянно, отличного для курортного проживания, отличное для сдачи в аренду и очень романтично для себя. Смотрим квартиру, поехали! Начну с вида на море. Это буквально второй комплекс от моря. До моря здесь 100-150 метров. Красивое зеленое сите, утопающее в цветах бугенвиллии, роз, с парковкой, охраной, бассейном детским, бассейном взрослым. Все ухожено, все чистенько, все зеленое. Большущая терраса с маркизами. При желании террасу можно остеклить. Квадратной формы стоят москитные сетки. И имеется вход на кухню или в гостиную. Кухня-гостиная – единая зона, большая, светлая, просторная. Пол ламинат, имеется кондиционер. Кухня с литой акриловой столешницей, продается с той мебелью и техникой, которую вы видите. Газовая плита, вытяжка, кондиционер, кухонный гарнитур. Один общий санузел большого размера с подвесным унитазом, место под стиральную машину, места для хранения. К слову сказать, вода в этом районе бесплатно холодная, а горячая. На крыше стоят солнечные панели для горячей воды. Это наша входная дверь. Здесь у нас двойные двери для вентиляции. Квартира на две стороны дома, на восточную и на западную, что обеспечивает отличную продуваемость. При входе у нас такой небольшой шкафчик прихожая. Одна спальня. Спальни хорошего размера. Высокие потолки, хорошие межкомнатные двери, и вторая спальня. Вторая спальня тоже хорошего размера. Такой вот небольшой шкафчик есть. Yeah.
дом галерейного типа, с отличными видами, с отличной продуваемостью и видом на море. Квартира в окружении садов, между гор и морем. Отличные виды, отличная экология, отличные пляжи и отличная цена. Напишите свои впечатления об этой квартире. Спасибо за ваши вопросы и лайки. Приезжайте в Мерсин, буду рада видеть вас в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.